Меня зовут Антонина. Добро пожаловать на проект Russian with Passion. Сегодня я расскажу вам немного о русской свадьбе. So I'm going to tell you about a Russian wedding. Well, there's going to be several parts devoted to a Russian wedding, and today I'm going to talk about one of the traditions, which is followed almost in every Russian wedding. It is выкуп. A buyout, or выкуп in Russian, is the act of figurative buying out a bride by fulfilling crazy challenges and giving some money. So it is done by a groom. If a groom wants to take his bride and marry her, he needs to go through a lot of crazy things. So he has to go through a lot. And that's what выкуп is all about. So it's usually organized by the maid of honor, свидетельница. In Russian it's called свидетельница, like a witness, a female witness, свидетельница. And the main friend of the groom is свидетель, also a witness, but a male witness. So, свидетельница, the maid of honor, organizes выкуп, buying out. Of course, all the bridesmaids help the maid of honor to organize all these challenges, crazy things which the groom has to do. There are a lot of different ideas and usually different styles. So the buying out is organized in a particular style. Now I will give you a couple of examples. I will show you this process at different weddings, mine included. And it will be fun. So in the process of showing, I will explain and I will give some new words, new vocabulary for you to study. Let's get cracking. Принц нашел жену по ножке, а не по красочной обложке. Так и ты пролей-ка цвет, укажи на нужный след. Догадайся, какой из этих следов тонен, а какой не тонен. Если не отгадаешь, штраф на я как раз вот лежит. Распаковывает, ребята. Посмотрим. Что-то а всего две ноги. Это? Одна нога больше, другая меньше, наверное. Ногти, Саша, вспоминай, какие у Тони. Да. На ногах. Ноги-то разные. Ноги-то, по-моему, здесь одинаково нарисованы. Тони рисовал. Для Коби ноги Тонины. Нет, одна все-таки большая. Не, вот обе, ну смотри, одна плоскостопная, а вторая нет. Да. Вторая, мне кажется, Тонина. Хорошо подумал. Конечно. Все, попал, молодец, давай. Молодец, ладно, выпиваем. По секрету скажу, первая, это моя. Размера больше, так что можно отгадать. So there are different kinds of contests. Some of them are quite traditional. For example, singing and dancing and composing a poem. By the way, the text of the выкуп is usually like a poem. So there is rhythm and rhyme. Some of the contests are quite peculiar, like this one, in which the questions were organized like in a game Who Wants to Become a Millionaire. Итак, первый вопрос. Слушай, давай. Да. Как зовут твою невесту? Варианты ответов. Тоха, Антония, Антонида, Тоша. Еще на замке написано. Тоша, конечно. Это правильный ответ. Итак, второй вопрос. Сколько лет вы встречаетесь? Варианты ответов. Нет. Нисколько. Много. Чуть-чуть. Достаточно. Много. Правильный ответ. Итак, третий вопрос и первая несгораемая цифра. Какой сегодня день? Суббота. Выходной. 13 августа. И день моей свадьбы. Ответ все. Все варианты правильные. Это правильный ответ. Какая из книг у Тони любимая? Варианты ответов. Англо-русский словарь. Перл-Харбор. Гарри Поттер. И Туманный Авалон. Туманный Авалон. Правильно, молодец. Какой цвет глаз у невесты? Голубой.
серый, серо-голубой. Цвет меняется от настроения. Серо-голубые, по-моему. Неправильный ответ, давайте деньги. Сколько? Вот так. Правильный ответ на самом деле меняет цвет глаз от настроения. Женщины, так, ну что тут народу-то? Стойте тут. Стойте тут, да. Здрасте вам. Твоя невеста знает пару иностранных языков, а ты на этом поприще каков? На трех наречиях крикни, я тебя люблю, и ближе к ней на шаг тебя пущу. Саша, окна закрыты громче. Саша. Да, их либо дих. Зиш. Пойдет и так. I love you. Громче, ты что не можешь? Я тебя люблю! Ну, я просто сколько не спирту. Столь всякий день, что даже солнцу греть не лень. Тебе признание пишу, увидеть я тебя спешу. Молодец! Вау! Стеха, реши одну задачку ради смеха. Но вспомни, да, ты правильно гляди. И к последнему заданию иди. Так, отойди, пожалуйста. Формула, Ванхован. Формула, иди. Давай. Дата знакомства плюс сколько лет невесте? Умножить на 4. На 4 равно. Давай. А. Плюс еще плюс. Корень квадратный. Цифры тебе же дали. Дата помощь. Знакомства. Когда познакомились? Пиши. Дата знакомства. 1308. Так, и что это у нас за дата? Дата. 13. Сегодняшняя дата это. Это дата свадьбы. Офигеть, как получилось-то. This is my sister's wedding, and we tried to organize everything more or less traditionally. There were some traditional decorations and so on. So we checked the abilities and capabilities of the groom. It was fun. Отсюда возможно путешествие только на следующих видах транспорта. Итак, русские сани, грузоподъемность, ну, наверное, до 5 тонн, но не факт. Грузовой транспорт. Да. Далее. Гужевой. Да-да-да. Гужевой. Авиалинии. Если добросите самолетик до невесты, можете пройти. Да-да-да. Еще вариант. Безусловно. И, наконец, третий верхом. На лекцию можно? Нет, только верхом. К сожалению, видимо, свидетелю придется сыграть роль коня. Кто будет конь? Конь, ну да. Можно и не спрашивать. И я видеть не буду. Давай, нормально, через ноздри. Сегодня у нас сказочный день, поэтому сегодня все будет как в сказке. А сказка у нас самая настоящая. Ты у нас хан башкирский, а невеста твоя красавица невьянская, чье сердце нужно растопить. Ну что, в путь смотри, у нас здесь стоит указатель. Что у нас тут написано? Направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь. Не, коня не надо терять. Налево пойдешь, сам пропадешь, прямо пойдешь, счастье найдешь, назад повернешь, живым не уйдешь. Ой, спасибо, спасибо, Закрия. 30 рублей просила. Так, подальше, все, вот сюда. Да, давай. У меня настоящий исполнитель. Давай, настоящий поеду. Настоящий костюм у тебя красивый. Где она? Настоящий поеду. В чем прикол, а? Это не должно произойти. Давай, кидай. Десяточку. Или в окно. Десяточку проходишь без выкупа. А где там десяточка? Там соточка в центре. Десяточка, Соточка. Давай, Сережа, чемезжай. Она в руке, я не стреляю, нет? Давай. Не, меня не надо. Так, ну как там у нас в сказке обычно бывает? Ключ, надо ключ найти, да, пройти. Ключ у нас в яйце. Ключ Влад любит выбирать. Ключ в яйце, яйцо в утке, утка в ларце. Так. Где утка? А ларце. Попить лайк, воды принесли. Утку в студию. Вот смотри, какая красивая уточка, зажаренная. Здесь надо найти ключик. Одевай перчатки. Мне нужен соус. Паша, может, мы поставим? Подожди-ка, тут спрятали. Сейчас мы оттуда выковырим. Есть ключик, кстати. Давай, Сережа, ключик. Опаньки! Проверим упакованность в быту. Будет ли тепло и светло в доме твоем? Нужно собрать. Напоминаю, что тарифы на свет у нас в этом году подросли. Вы также можете туда перейти, пожалуйста, чтобы загорелись лампочки. Стало светло у нас тут и тепло. Ну-ка. А, так значит,
следить за Любашей. Вы приехали сейчас. Есть такая черноброва, вся сияет красотой. Правда, Змей Горыныч Вова стережет ее покой. Змей Горыныч, прилагаются к Володе бонусом две головы. Ксюша голова по моде, череп дивной красоты. И Андреич самый рослый. Его видно за версту. Все спешат задать вопросы, прежде чем отдать сестру. Плане. Вот вам ножницы в подсказку, чтоб невесту раздобыть. И впустить скорее в сказку, перережьте эту нить. Ну, чтоб нить перерезать, надо опять-таки инвестировать в вложения финансовые. Бюджет имени пополнить. Ножницы-то можно, расскажи. Молодец! Давайте. Тоже серьезно. Справится свидетель плохо? Ждет его бюджет беда. Тянем спичку, молвим слово, чем роман хорош особо. То есть вытягиваем спичку и сразу говорим какие-то хорошие вещи о романе. Если запинаетесь или мешкаете, значит платите денежку. Спичку много. Говори правду, желательно. Красивый, умный. Ты же туфелька твоя невеста. Найдешь? Молодец, не найдешь, платим денежку. Ищем. Интуиция. Я могу подержать. Ножки у меня любые. Маленькие, аккуратненькие. Вот это, Ром, ты? Они же поперек могут. Есть, тут. Okay, so that's it. Now you know a little bit more about Russian weddings. I need to add that not all Russian weddings include выкуп, because when a couple is not very young, so when they are mature already, like 35 or 30, they do not usually do it. But it depends on the people, of course, on the groom and the bride. Usually the bride decides it, if she wants to make her groom fight for her. So it's important. He fights for her. She's important for him. And that's why he's ready to do all this. Anyway, that's it. A Russian wedding is a lot of fun. I will show you more. I will tell you more about it. But that's it. I hope that you liked this video. It was interesting for you. If you did, please press the button, like it and share it in different social networks. Keep studying Russian with me. Keep studying English with me. And I hope to see you soon. Happy Russian and English practice. Bye.